В этом году Пролетарский район Твери отмечает 85 лет со дня основания. Первые промышленные предприятия появились здесь еще в середине 19 века. С тех пор Пролетарка славится своими трудовыми династиями и рабочими традициями. В честь знаменательной даты на придомовых территориях проходят праздники для местных жителей. Один из них прошел в Первомайской роще. Средоточие промышленных предприятий и неповторимый историко-культурный комплекс делают Пролетарский район поистине уникальным. К историческим кварталам со временем присоединились широкие проспекты Калинина и Ленина. Новые улицы района одна с другой получали имена героев и советских военачальников. Пролетарский район интересен тем, что он был практически создан и построен в течение одного века. Да, там стояла фабрика Морозова, но это была загородная, в общем-то, территория. И за 20 век был построен целый район, который вместил в себя все плюсы, все минусы, всю историю 20 века. Историю Пролетарского района хорошо помнят и рассказывают местные жители. Галина Васильевна Тулина – ровесница района. Заслуженный работник педагогической отрасли, она всю жизнь жила и работала на Пролетарке. Для меня район самый дорогой. Никуда мы не собиралась, и я всю жизнь отработала, начиная с 54 года по 2003 год. 49 лет я отработала. Наш район всегда был передовой. В районе много было предприятий, были прекрасные трудовые традиции. Выросло много знаменитых людей. Празднование юбилея родного района в эти дни проходит на многих дворовых территориях. Играми и конкурсами, танцами и песнями праздник отмечается во многих дворах района. Накануне в Первомайской роще побывали жители окрестных домов и их гости. Люди здесь как были, так и остаются со своими традициями. Они все замечательные, удивительные, веселые. И каждый вкладывает душу в развитие нашего района. Праздники дворов на Пролетарке в честь 85-й годовщины с момента образования района будут продолжаться до конца лета.